Всем привет, с вами Уберзольд, и сегодня необычное видео. Мнение о фильме Mortal Kombat 2021 года, без спойлеров. Да-да, я знаю, что многие известные каналы уже выпустили свое мнение о фильме, и мой видос вряд ли кого-то заинтересует, но все-таки, чем я хуже? Так случилось, что проживая на Дальнем Востоке России, мы одними из первых могли лицезреть данную картину. Мы с другом, ссылочка на канал которого будет в описании и всплывающей подсказке, сходили на самый первый утренний сеанс. Забегу вперед и скажу, что я ожидал худшего. Твердая четверка из пяти. Почему не пять? У фильма были свои недостатки, но не будем спойлерить, так как не все желающие еще посмотрели данный фильм. Друзья и знакомые спрашивали у меня, стоит ли посмотреть? Да, определенно. Но скажу сразу, это не многомиллионный голливудский блокбастер. Не стоит ждать там много актеров и полетов в космос в стиле Форсажа. Это фильм про Mortal Kombat с довольно скромным бюджетом. Для меня он полностью себя оправдал. Порадовала локализация, было в меру юмора, сюжет хорош, но местами все происходило очень быстро. Казалось, что фильм будто куда-то торопится. По графике претензий нет, все довольно качественно, боевые сцены также на высоте. Довольно необычно было видеть некоторых персонажей, но это больше плюс, чем минус. Но из-за того, что фильм торопится, многих не раскрыли, и только благодаря играм мы можем узнать, кто они и откуда. Подведем итог. Фильм хороший, его стоит посмотреть. После выхода самого первого фильма в 1995 году это лучшее, что было снято. Были попытки с продолжением, сериалами, но все это не то. Данный фильм это полноценный перезапуск киновселенной Mortal Kombat, и я считаю, что продолжение просто обязано появиться. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока.